На территории Абайского района третьего мегаполиса расположена большая часть микрорайонов. Из 34 населенных пунктов 32 находятся на окраинах города. 22 из них обеспечены качественной питьевой водой. На начало года еще два населенных пункта получили чистую воду. Водообеспечение населения находится на постоянном контроле местных властей. В прошлом году для обеспечения населения качественной питьевой водой Абайскому району было выделено 8,4 миллиарда тенге. На эти средства водопроводы были проведены в 8 населенных пунктах. Сегодня еще в 4 населенных пунктах Иголи, Кызылжар, Кокбулак 20 лет независимости стали потреблять чистую питьевую воду. В настоящее время завершены работы по абонементу населенных пунктов 20 лет независимости и Кокбулак. Будут проведены работы по промывке, затем предоставляется качественная полноценная питьевая вода. В зимние месяцы жители испытывают дискомфорт. Места, где было болото, подрядчик восстанавливает со своей стороны. После того будет проведен водопровод в отдельных микрорайонах. Планируется массово развивать животноводство. Сейчас строители сталкиваются с некоторыми трудностями, решение которых пытаются устранить на месте. Причина, по которой вода не подается, заключается в том, что в центральной трубе сейчас промывка. Если вода будет отправлена туда, то отдадим. За 20 лет независимости к нашей работе подключено 17 абонентов. По селу Кокбулак 60, и из двух сел подключено 77 абонентов. В настоящее время в населенном пункте ведутся работы по укладке водопровода. Жители с пониманием относятся к непогоде, которая немного тормозит строительство. Во-первых, свет неплохой, световые столбики обновляются. Во-вторых, вот и пришел газ. Третье, вода идет из города. Пили чистую воду, сказали, что вода в деревне непригодна. Еще в 4 населенных пунктах Абайского района, микрорайонах Жанатала, Бантымак-2, Жанатурлан ведется строительство водопровода. Подрядная компания обещает закончить строительство в этом году. В результате около 25 тысяч жителей будут обеспечены качественной питьевой водой. Это составляет 71%. Остальные 10 населенных пунктов пока используют привозную питьевую воду. На сегодняшний день проектно-сметная документация готова для подачи питьевой воды в Ахтас-2 и Курсай. Строительные работы планируется провести в этом году. Маржан Журабаев, Динар Мусаева, Ербол Махашев. Новости.